А будете мне прокатить вещички, что мне, извините, извините. Значит, внушить, что я не обладаю своими авторскими правами. Своими авторскими правами обладает господин. Конкретно моими авторскими правами. Даже всех остальных индивидуумов, работающих креативно. Понятно? А вы знаете, что это Господь Бог? Не факт, что это Христос, не знаю, что это такое. Вы мне хотите перетолкать канат, чтобы перетянуть свои тупцы? Знаете, вы сами это пойдете далеко и надолго, чтобы не материться в электричке, понятно? Тоже уголовная статья.